привет! Эд Реборн! На одном из моих последних стримов мой подписчик AJ через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик с канала «Школа Куплинова». Называется «Куплинов обозвали салагой Far Cry 5». Давайте посмотрим. Надеюсь, будет что-то веселенькое. Поехали! Эй! Эй! Да! Может, стоило взять с собой Нэнси, а не этого салагу. Сектанты... Неужели я хоть что-то про их проходил, да, Far Cry 5? Обосрались. Наконец-то. Хотя мне не особо понравилось. Понял! Конечно. Салага! Не зевать! Идем! Ему уже не нравится. Там ты, блядь, салага, понял, нет? Долго думал. Салага! Сидит он, ебать, тут. Усы отрастут. А что ему еще делать? Стоять? Все, что ли? Вертолетик-то. Салага, сюда. Иди ты нахуй, я вам сейчас голову проломлю, слышишь, что? Что-то, по-моему, где-то я такое уже видел. Раз меня салагой назовете. Я с тобой целоваться не буду. Давай, в наручники. Я сейчас тебя закую, сука, еще раз салагами назовешь, заебали. Какой он злой-то. Может так. Быть, но я тут ни при чем. Я что тебе, салаги? Салага, браслет на него. Да на, заебал. Как мне бесит вот эти вот дебилы, блять, в играх чей свышный. Салага, юнец. А потом всех их спасешь. Малец, эй ты, пидрон. Осуждаю. Да и все. Уходи, салага, идем. Сука. Стреляйте в меня. А, нет, походу, есть автоприцельник. Ладно, окей. Ой, как же его трясет! Да не трясись, я не могу сконцентрироваться, сука! Где ящик с динамитом? Так. Ой, нифига себе, должен в другую футболку. Серьезно? Черт. Один из блоков открывается из другого центра управления. Отсюда не получится. Он устал уже это обращать внимание, да? Ты чё охуела, что ли, тварь ебаная, блядь? Чё-то как-то по-другому выглядит, точнее, я что-то такого не помню. Ай, бля, салага, говорит, сука, тварина ебаная, блядь. И это в самом конце. Салага, да, это в самом конце было. Я ебал нахуй, весь район разъебался, убил, блядь, салага! Иди, смотрите, салага убивает, такие салага ебать, беспредельщик! Как уебал бы, ебать, по щам, блядь, сейчас за эту хуй... Да убей этого, еб твою мать! Живо! Сейчас рванет, я выведу остальных пленников отсюда! Так. Удачи, салага! Да за заеб... Ебало, блядь, тварь! Что, блядь, значит салага, ты охуела, что ли? То, что ты типа новичок. Меня воздохните. А ты не промах, салаг. Да! И судя по всему... А что ты здесь изначала сразу в конец? Ты теперь здесь главный. Так я уже, может, не салаг тогда уж. Если вдруг что-то понадобится, ты только скажи. Что-то не помню такую концовку. У меня, по-моему, в конце все бубнуло. Можешь не называть меня больше салагой, пожалуйста? А то я плакать тут ночью в подушку, сука. Ай, блядь, полудурок, скачка. Да, я это где-то видел в какой-то другой нарезке, по-моему. Сука! Ты заебала меня, блядь! Возьми помощник. Жители долины наконец-то могут вздохнуть полной грудью. Я от тебя в восторге. Но мы не освободим округ, пока не избавимся от Веры и Якова. Не понял, какого фига? Это что, он от всех... Ой, прошел игру, но не избавился от двух чуваков еще? Или что, не понимаю. Возроди ее, а то сдохнет. Ей там больно. А его-то за что? Че он тебе сделал? Кто еще меня халагой хочет назвать, блядь? Да, конечно, никто не называл ты... больше. Ты меня хочешь салагой назвать, блядь? Кто еще, я спрашиваю? Я осуждаю, что это такое. Больно, сука? Какой он злой! Ёбаный тебя в рот, блядь! Я тебя постреляю там нахуй! Но зато не салага, да? Сука! Не салага, да? Уже сука, да? Ебать, по-моему, я череп выбил. Ты живая? Жива. Блядь, надо было только спросить, и нас сразу пошевелили. А, еще ладно. О, другая футболка. Здорово, да. Патроны!
О, ублюдок! Сука, говно! Давай, салаги меня назови, ублюдок! Так, у шерифа теперь брутально это задание возьмем. Привет, привет. Я тебе въебу сейчас, как сука, для волосы, пидор! Осуждаю. Ой, блядь, ну неужели не могли человеку придумать имя в конце-то концов? Да, действительно, почему они реально салага постоянно называют? Это обидно. Ну вы ёбнули, что всю игру ходить слушать? Салага, 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 блядь. Как будто ты его так называешь, да, блядь. Как уго, я не знаю, помощник тот же самый. Вообще говорят, что там в английском варианте слово новобранец используется, здесь салага. Какого хуя, блядь, я не понимаю, какого, сука, хуя? Мне надо... Интересно, а как в оригинале говорят? Напишите в комментариях, если знаете. Надоело слушать эту салагу, круглосуточно уже, ну. Салага добавь, да, добавь еще до конца. Спасибо тебе, салага. Давай возьмем сразу еще одно задание. Сейчас нехорошо вышло, отстань от меня. Что-то, по-моему, нифига не первый. Это. Сообщением? Ну, пока не очень. Так. Да я заметил. Не тыкай в меня. Говорил, что у них запасов... Эй, салага. Да заебёте! Хочу. Чтобы они поняли, их отец не бог. Так. Он просто человек. Не жалкий. Какой у него плохой, какой у тебя свитер. Она в мир послала, да, типа? Парящую женщину — это вера. Хорошо. Так. Эй, салага, статуя из прочного бетона. Вот это у него лицо. Или что-то летающее и стреляющее. Ну, разберись. Бегающий и стреляющий. Нормально пойдет? Сука, ты раньше не могла об этом мне сказать? Прекрасно, салага. Иосиф Сид будет в ярости. Вере теперь придется не сладко. Она должна будет... Мне тоже не сладко, да? Книгу, и это чучело. Ты молодчина, салага. Можешь терпеть неповиновение. Говорят, реку уже патрулируют вооруженные сектанты. Вот это лицо! О, другая футболка. Мне тут шепнули, что ты убил жрицу веры. Ну? Ты даже смог спасти кое-кого из наших. Всех. Ты вернул это место пумам. Вот это ты даешь, салага. Надо же было тебе все испортить, сука. Такой сначала радостный был. Я буду первым, кто скажет тебе спасибо. Ты нашел всех пропавших людей. Скучно уже нельзя будет назвать салагой. Это что-то да значит. Молодчина, помощник. Вот это да! Вот это да! Скоро, говорит, меня уже можно не назвать салагой. Да мне кажется, уже давно можно не называть его так. Обосраться! Почему так долго я к этому шел? Так, тысяч... Кто? Он покажет. Бабочка? Бабочка? А, сука, маршал. Я въебу сейчас. Ну, все хорошо. Давай, давай, да, привет, здорово. Ты все, пиздой пошел. Ой, бля, опять самолетные атаки. Что-то не помню я такого дома. Странно. Там же типа водятся призраки. Фига себе, блин, призраки там водятся. А я в эту чушь не верю. Призраки? В общем, продолжай в том же духе, салага. Подожди-ка. И сейчас не обратил внимания, да, походу? Ас... Сотка за алтарь дается, серьезно? Салага, это Трейси. Ты наш. Я на вертолете, поэтому это, подержи свой язычок. Что алтари, что построила Вера. Они стоят вдоль пути паломника. И вокруг них всегда кучкуются сектанты, наяривающие на Иосифа. Хочешь насолить? Вот так вот? Разнеси все алтари на... Сейчас не дрочабрь, поэтому не, не, нельзя. Маловат, ладно, давайте на этом, короче говоря, закончим. Чего у нас тут еще? Этой старой пивоварне святоши делали блаш. Хорошо, что мы сорвали им производство. Теперь хоть будет возможность сварить нормального пива. Да, да, это хорошо. Салага. Уй, блин. Пожалуйста. Хорошо. Ладно, салага, продолжай в том же духе. Провожусь на цель. Да мне кажется, ему уже вообще пофигу стало. Пиздец, уже запалил тут, ты посмотри, а. Этот галюнчики. Адамчики в центре управления!
Нет. Иди нахуй, я не пойду к тебе. За салагу вот не пойду, пошел в жопу. А придется, это все-таки игра. Блин, это ведь реально было, получается. Нихрена себе он творит. Урок, сюжетное задание. Так. Я в блаже, мне похуй. Я тут останусь, ты всегда, мне понравилось, да? Вот, короче, собаки пристали. Салага, 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 салага. Меня это, серьезно, меня это уже не так напрягает, но на самом деле это неуважение главного. Согласен, это вообще какое-то неуважение. Главный герой, что это за херня? Куда пошел-то я? Обидно. Прозрей, шериф, тебе пиздец. Долго я не продержусь, салага. Сука, он даже в награде смерти тебя так называет. Блажь. Спаси людей. На бутерброд намажь. Нужно торопиться. Да. А, все-таки выжил. О, здорово, нарколыга. Смотри, ставим, короче, на то, что сейчас будет минимум три салаги. Минимум три? Ну и видос. Минимум три салаги. Так, давай. Ну это от возраста, от неотблажи. Нет, уж справлюсь. Я думала, нам конец. Так, пока нет салаги. Мы обязаны тебе жизнью. Ну? Спасибо, салага. Сыга. Раз. Мне пора. Так. Три салаги. В какой-то момент мне стало казаться... Что-то не салага. Что надежды больше нет, и я опустил руки. Но ты помог мне. Салага. Погибли люди, много людей, но все те, кто остался, живы благодаря тебе. Ну, естественно, блин. Так назови меня салага, усы оторву. И я очень тобой горжусь. Теперь тебе нужно найти Иосифа Сида и отправить его под суд или пристрелить. Эй, где мои две салаги? Ты что, охерел, что ли, шериф? Ты одна, ты большая, хватит тебе. Это приказ, помощник. Какой в жопу помощник? Где салага? Салага, Я хорош. И все, подумаешь. О, салага был. Опять салага, ты слыхал? Опять салага. Опять, блядь, был салага только что. Опять, сука, салага, серьезно. Сразитесь. Пусть не сражаться-то. Все, салаг больше не будет? Ну, в любом случае, что-то как-то было очень много салаг. Спасибо большое. Блокирую, это было забавно. Спасибо большое Эйджею. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.